Сегодня на базе Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия» прошло совещание, на котором был запущен в республике новый партийный проект «Жители МКД». Это позволит оказать предметную помощь в решении проблем жителей многоквартирных домов. Помимо этого, участники встречи обсудили итоги голосования по объектам благоустройства. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Левшоков. Новый партийный проект «Единая Россия» жители МКД позволит самим жильцам многоквартирных домов решать, как необходимо провести работу по благоустройству и организации порядка территорий квартир. Проект охватит несколько направлений – дворовые территории, наш двор, наш подъезд, чат подъезда и работа со старшими по домам. Будут созданы специальные советы при каждой домовой территории, отметили представители регионального отделения партии «Единая Россия». Цель основная все-таки создать советы при каждой домовой территории. Для чего? Для того, чтобы жильцы сами лучше любых комиссий знают, что им нужно сделать, в какие сроки и в какой очередности. Поэтому если нам это удастся создать, то есть хорошие примеры. Вот под Балахоново дворовая территория 2-3 года назад сделана в идеальном состоянии. И вот я приглашаю все-таки показать и хорошие примеры. Также собравшиеся обсудили состояние голосования по объектам благоустройства в этом году. Начальник отдела территориального планирования Министерства строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии Ирина Дипцева рассказала о том, как проходил процесс отбора объектов для облагораживания территории. По благоустройству аллеи по улице Мира, 4-й этап, в городе Уджугута выставлены территория по улице Первомайская 4Б и по улице Морозова 82А. И в Медногорском выставили две территории – это аллея и парк. Голосование проводилось с 15 апреля по 31 мая. В рамках голосования проводилась информационная работа, то есть давались постоянно публикации о том, что проходит голосование. Новый партийный проект «Единая Россия» жители МКД намного облегчит работу в плане благоустройства придомовых территорий, так как именно от активной позиции жителей зависит создание необходимого уюта. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.